Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики, здрасте все, меня зовут Ведьмак. Сегодня начинаем проходить Bloodborne. Какого хрена, спросите вы, ведь все давно уже в нее поиграли. Ну да, но, во-первых, я нищеброд, у меня нет консоли PlayStation 4, а это мне подогнал мой товарищ Слава, за что ему большое спасибо. Вот, а во-вторых, я думаю, эту игру нужно в любом случае пройти, независимо от того, когда она вышла. Так, новая игра. Oh, yeah. Pale blood. Well, you've come to the right place. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of Yharnam blood of your own. But first, you'll need a contract. А его обязательно кровью подписывать? Так, ну это у нас экран создания персонажа. Я думаю, я тут некоторое время проведу. Если все это затянется, то я просто вырежу процесс создания. Сейчас какую-нибудь наклепаю себе парнишку. Так, ну и вот. В общем, такой вот у меня получился, короче, эпатажный седой парень в очках. Почему-то они все длинные, как каланчахи. Я не знаю, почему так. Но я думаю, на этом мы остановимся. Поехали. Создание контракта. Контракта с дьяволом, видимо. Да, я читал, что в игре долгие загрузки. А изначально они вроде как были еще дольше. Что ли там по несколько минут надо было сидеть и ждать каждую загрузку. После каждой смерти. Азаза. Good. All signed and sealed. Now, let's begin the transfusion. Oh, don't you worry. Это же плохо закончится, да? Тебе глаза вообще завязаны, как ты все это делаешь. Я смотрю, ему весело. Но мне, чувствую, будет не очень. Ого, что за нахер вообще лезет там уже? А ну залезь обратно, скотина! Получи. Кто это там нас спас? Опять какая-то херня лезет. Тебе-то что надо? Какие милашки. По-моему, они меня любят. You found yourself a hunter. Ну да, наверное. Лечебница Язев. Так, это, так понимаю, фантом сетевой бегает. Так, ну вот наш хантер. У него на запястье прям вставлено, похоже. Тут капельница для переливания крови. Ну, я так понял, что здесь все завязано на кровь, но я пока не знаю. Я вообще ничего об игре толком не знаю. Я про нее специально ничего не читал, не смотрел вообще ни одного прохождения, поэтому... Прохождение абсолютно слепое, я без понятия вообще, что будет происходить сейчас. Так, это что такое? Осмотреть. Надпись от руки. Ищите бледную кровь, чтобы преодолеть охоту. Все очень понятно, но я нихера не понял. Так, управление здесь вроде как отличается от Dark Souls.
Поэтому надо будет сейчас немножко освоиться. Хуа-хуа, Брюс Ли! Здесь на левый бампер он в две руки берет оружие, в отличие от Dark Souls. Есть еще сильные удары, есть какие-то заряженные удары. Это я все посмотрел просто, когда тестил запись. О, ну дальше я без понятия, куда идти-то, сюда? Открыть дверь. Открывается с другой стороны. Понятно. FPS в игре явно залочен на 30, и он нестабильный, насколько я вижу. Очень жаль, на самом деле. Так. Где мы вообще находимся? Ну, в смысле, я понял, что лечебница какой-то езевки. Но что это значит? Почему у меня подтяжки спущены? Это так модно нынче ходить. Подтяжки, они ведь для того и нужны, чтобы держать штаны. Так. Ой. Сейчас я освоюсь немножко, то для меня геймпад Xbox, ой, PlayStation 4 не очень, скажем так. Привычен. А что вот этот черный капюшон дает? Защиты какие-то. Плащ с капюшоном, который носит при пробуждении в кошмар, полной крови чудовищ. В смысле, при пробуждении в кошмар. Это как вообще? Возможно, его владелец стоило держаться подальше от глаз и путешествовать под покровом тьмы. Без памяти, кто узнает. Какой-то набор слов вообще. Давайте уберем. Я обычно в Dark Souls хожу без шлема. Вот это что-то дает? Испачканная повязка. Тоже нахер, наверное, снять. Вот так вот нормально. Учитывая, что в любом случае я буду играть на увороты, то мне не очень важно, что на меня надето. Так, это надписи, светящиеся из Dark Souls, только они тут выглядят так вот. Атаковать оружие, да, я знаю, как атаковать, спасибо. Прикольно так анимированы. Захват, сбросить цель. А что, я руками бить должен или что? Я отказываюсь. Хотя, учитывая, что он так вот бьет ребром в ладонь, наверное, он крутой кунг-фуист. Все разломаем. Мне нравится эта вот викторианская, короче, стилистика Bloodborne. Здесь все так очень вычурно, очень детально рисовано. Всякие красивые дубовые мебель, элементы мебели, прочие штуки. А книжечки тут почитать никак, а это не книжечки. Это всякая дрянька. Опа, опа. Подожди, это фантом? Ты что-то какой-то... Япона, мать. Я передумал. А у меня есть оружие? А... Может, оно есть в карманах? Оружие. Нихера. Подожди, а что там было? Так. Блин, этот геймпад, он непривычен для меня. Что у меня вообще есть? Оружие для правой для руки. Пустота. Я вас понял. Я, наверное, попробую обойти эту тварь. Чтоб она на меня не наехала. Если получится, конечно. Как-нибудь найти оружие для того, чтобы ее убить. Нет, не получится. А, она полудохлая. Получи! Здесь у ворота работают по-другому. Враги здесь довольно резкие, и персонаж тоже довольно резкий. Блин, я ее долго буду бить. Такое ощущение, что он тут кого-то сожрал, и неоднократно причем. Пока отпрыгиваю, ломаю тут пол... В смысле? Я лечусь, что ли, когда бью, убью? Это интересно. Ну, такое ощущение, что... А, видимо, я могу отличиться на вот эту вот оранжевую полоску на здоровье, которая показывает, сколько мне было нанесено дамага последний раз. По-моему, я стал убить сильнее, мне показалось. Да блин. Опа-опа-опа-опа. Все, поехал. Застрял в мебели.
И чё? Это сейчас было. Это как-то неинтересно было. Если так загрузки будут каждый раз, то я, наверное, не буду в это играть. Нахер бы оно надо. Не, это явно по сюжету предназначалось. Можно было, конечно, запилить, но я что-то затупил там в мебели. Сон охотника. Понятно. Зачем я смотрю на этого призрака? Ну, судя по всему, это у нас была сюжетная смерть, как, в общем-то, в Demon's Souls, когда персонаж неизбежно погибал при битве с демоном. Конечно, замечательно, но у меня оружия нет. Сильная атака. Да-да. Все прекрасно. Посмотреть записи. Жесты, личные вещи. Личные вещи, жесты. В смысле, это... Как-то... Как-то можно это... То есть, ну они же это. Завязаны, видимо, на геймпад, на движение геймпада. Ну, что-то не работает. Ладно, неважно. Нам надо наверх идти. Потому что все это, конечно, весело. Это что? О, ты кто? Брошенная кукла. Это кукла? Понятненько, все с вами. Подожди, это не мое оружие лежит случаем. Принять дар от посланников. Выберите одно. Такое оружие носит в правой руке, применяет во время охоты на чудовищ. Пила топор, секира охотника, трость, хлыст. Одно из обманных оружий мастерской, обычно используемое охотником. Достаточно опасно, ведет трость с жестким клинком, но также служит хлыстом, когда клинок делится на множество частей. Спрятать оружие в трость и избить чудовищ хлыстом – это часть церемонии. Попытка доказать, что жажда охоты никогда не овладевает дешой. Так, топор и пила топор. Это вот типа знаковое оружие серии. Ну хрен знает. Чё вот оно дает, я бы хер знал. 90, 98, 78 плюс 10. Ням-ням-ням. С от ловкости. Это Е от ловкости. Но это на самом деле поинтереснее. В плане того, что оно берет прибавку от ловкости. А я собрался на ловкость качаться. Давайте попробуем. Сейчас мы его захерачим. Наверное, я сейчас совершил дикую ошибку какую-нибудь. Трости лупить врагов — это тот еще израт. Но я считаю, для нашего персонажа это как раз таки подходящее такое оружие. А как его разложить-то в эту хлыст? Подожди. А во. Нормально, исхлещем всех до смерти. А фонарь нельзя с собой взять? Прикольно. Мне нравится, как он трость так в землю потом собрал. Так, ну это, ты понимаешь, дробовик или другое стреляющее оружие. Пистолет охотника, да, берем пистолет. Этому персонажу только пистолет. Чистый отыгрыш пока что идет, поэтому. Как оружие для другой руки выбрать? Деяние. Непонятно. Так, и что-то тут еще. Блокнот от посланника, передать сообщение, ну понятно. Писать всякие, что... А зачем ты сел?
Не надо. Так, ну это трупики. Или не трупики. Он там умер. Так, но мне надо бы все-таки надеть второе оружие. Куда оно надевается? В окно. Ну это понятно, это как метка тьмы в Dark Souls работает. Голова, а вот оружие для левой руки. Странное, надо сказать, управление. О! Да в смысле? Мозги мне не сношай. О! Пиу! Пиу! А чё они... Чё, вот это вот что такое? Не, не, подожди. О, кукла, время для встречи. А, нет, да. Такие джентльменские, короче, вот эти уродцы вылазят. Да блин. Нахер бы мне твой призрак взялся? Иди в баню, придурок. А, это есть. Понятно, ладно, неважно. Все, хватит уже страдать херней. Заперто. Понял вас, значит, надо найти где-то здесь ключик. Пошли искать. Что-то вообще есть на этом кладбище. Третий ритуальный алтарь. Видимо, второй. Видимо, первый. Ать какой. Походный алтарь. Чаша предков для короткого ритуала. Пока ничего не понимаю. Видимо, это нам потом или объяснят, или мы сами выясним. Так, а что у нас тут? Заперто, понял вас. Могилка. А это что за дверь? Кругом позаперто. Ну что за нахер? Покупки за озарение. Это купально связано с кошмаром, но посланников тут нет. То есть то, что мы видели, вот там это был кошмар, или это вот это вот кошмар сейчас? Ярнамский надгробный камень. А, то есть это как Аркстоуны в Нексусе в Demon's Souls. Я понял вас. Ну вот сейчас, я так понимаю, мы можем пойти и надавать дюлей тут с шавки, а то я его руками пытался забить. Можно было, наверное, это сделать, но чуть половчее надо было действовать. Я бы тогда ее избил до смерти. Она меня взяла и захавала, сволочь такая. Ну что ж, пошли, наверное. Кукла, он не реагирует никак. Наверное, она нам не нужна. А здесь закрыто. Ладно, давайте вернемся в Ярнам. В свою палату шестую. К Наполеону. И прочим веселым ребятам. Тайная мгла. Маленький ручной фонарь. Понятненько. Пока все очень интересно. Много новых штучек, которые непонятны. Сейчас будем пытаться пробиться дальше. Из этой палаты куда-нибудь вообще... О, это что такое? Вернуться. Понял вас. Так, ну что, я иду мстить, скотина. Так. Получи! Оп, кажется, она обиделась. На, получи, сволочь. Отголоски крови получишь. Ну, это, видимо, души местные, да? Обыскать труп. Пузырек крови. Ну, ладно. Так, а кого-то тут жрало? Что пишут? Время для ярости. Да, время для ярости. Так, того, кого-то тут убили. Ну, понятно, тут все дохнут. Пытаясь убить эту тварь руками. Что вполне очевидно. Так, выход. Я такой в кровище. Прикольно. Какой-то парень. А, это тот самый доктор, который с нами разговаривал, или нет? Нет, тот был другой. И пистолет выглядит несколько глупо. Такая дура. Убить же кого-то можно им.
А чего у меня с лицом? Это брызги крови? Я проверяю на наличие всяких секретных проходиков. А что тут пишут? Восстановить ОЗ, использует бутылек. А как это сделать? Понял. А это тогда что? Ничего. Открыть дверь. Бойся слепоты. Уже боюсь. Благослови нас кровью. Это, видимо, прайс-зе-сан местный. Ну, да. Да. Внушает. Детализация, конечно, окружения гораздо выше, чем в серии Dark Souls. Но, благо, уже анонсировали Dark Souls 3 на том же движке, что сделаны, на котором сделан Bloodborne. Я думаю, он будет более того доработан до нормальных пикарей со всякими графонистыми накрутками и прочими штуками. Что за гроб заблокированный? Так, кто-то там ходит. Какая-то сволочь. Я слышу тебя. Ворота. Это мы на каком-то кладбище, что ли? Время для безумия. Так, безумия пока не хочу. Ртутные пули. Ну, видимо... А что делают ртутные пули? Это те пули, которыми мы стреляем? Или как? Непонятно. Где тут пули вообще выбираются? Быстрые предметы. Хрен его знает. Надо было, наверное, посмотреть там в подсказках. Я что-то решил пропустить. Клинику ждет впереди, мне прямо не терпится. Оу, что это было? Закрыто устройством, беда. Там кто-то топает и пыхтит. Какая-то сволочь. Открывай, собака. А вот добрый день. Центральный Ярнам. Ну ничего так. Ничего так. Мне тут нравится. Так. Кар это. Не ломается. Так, это что за шляпа? Шляпника. Мне кажется, она тут неспроста. Лежит. Эти тут гробы, закованные цепями, закрыты на замке, они меня смущают. Каналы, так там кто-то идет? Да, какие-то сволочи ходят. Точнее, одна сволочь. Я видел тебя. Ты от меня не скроешься. Алло, Петрович, да, у меня тратится пуля. Пошел ты нахер, уэй тебе. Эл! Блин, теперь у меня здоровье убавится, потому что я его добил раньше времени. Блин, придется привыкать, что здесь щита-то вообще нет. Хотя я ими не пользовался, в общем-то, когда проходил Dark Souls 2. Это была немножко другая игра. Тайминги другие, анимации другие, ну и все такие прочие штуки. Так, пизерек крови. Давайте хлебнем. Посмотрим, насколько лечит. Опа-опа-опа, встает. Ой-ой-ой. Дикий вообще. Такой заросший еще. Мистер Борода. Ну, в основном, я так вижу, пока что враги никакие. Пошел-то. Коктейль Молотова, понятно. Чей-то экипаж тут разбился. Не ломается, так что пишут. Бойся засаду. Да я боюсь засады кругом. Лестничка. Допустим. Шагни вперед и поверни назад.
В смысле? Может, мне откроют? Такое бывает иногда. Надо попробовать тростью подубасить кого-нибудь. Для интереса. Это что такое? Бронегробы. Разлагайтесь с удовольствием. Чемоданы кто-то здесь сложил. Что вообще происходит? В чем лор этой игры, пока непонятно. Какой-то ярном, какое-то там переливание крови. Что? Ну, я так понял, здесь, конечно, вся игра завязана на кровище. Так же, как серия Souls завязана на душах. Понятно все. Так, и тут тоже шляпа лежит. Подозрительно. Посмотр призрака. Что-то не видать. Бойся ярном. Да ладно. Это у нас зажечь лампу, это у нас бонфайр местный, да? Лампа переносится обратно на своего находника, в случае смерти вы продвинетесь рядом с ней. Понятно. Нет, это не Bonfire, это Dark Soul из Demon's Souls. Понятненько. Так, можем пойти туда. А можем попробовать открыть. Понятно. Поговорить с кем? Нет. А кто там говорит? А ну покажись, Гилберт. Да нормально. Whatever your reasons might be, you should plan a swift exit. Whatever can be gained from this place, it will do more harm than good. Pale blood, you say? Never heard of it. But if it's blood you're interested in, you should try the healing charge. The charge controls all knowledge on blood ministration and all varieties of blood. Across the valley to the east of Yharnam lies the town of the Healing Church, known as the Cathedral Ward. And deep within Cathedral Ward is the old Grand Cathedral, the birthplace of the Healing Church's special blood, or so they say. Понятно. Чё ты закашлялся, бедняга? Outsider! That you near the place. The hunt is on tonight. This might be your chance. Возможно. А ты чё? Across the valley to the east of Yharnam, you'll find the cathedral ward. Deep within lies the open heaven. Я понял тебя. Так, давайте сходим сюда еще. Это, видимо, единственное место, куда мы можем пойти. Тут что-то валяется. Камешек. О, смотрите, чуваки какие-то идут. Видимо, на этих служения. Ну ладно, ладно. Я вам это еще припомню. Так, ты умер? Как ты умер? Ты получил по башне. Еще получил по башне. Подозрительно. Ох, ёпта. Ты что так пугаешь-то? Чуть не обделался. Получи. Оу-оу-оу-оу-оу, нихера себе. Не, они какие-то дикие в плане атаки. А! Да. Все несколько не так играется, чем Dark Souls. Вот парень меня аж напугал, блин. Так.
Бойся, человека-тварь. Ок. Человека-тварь. Так, понятно все с вами. Что скажешь, братюнь? Ты, я смотрю, со щитом, да? Как далеко у меня бьет по цели? Ага. Что ты орешь? Не ори на меня. Я проклят. Да вообще какие-то конченые. Время для кошмара. Да... Тут вообще полный ахтунг, я смотрю. Что-то мне к этим пацанам вообще не хочется подходить. Ты что за хренотень? Тут оружие ломается, интересно? Ну их нахер. Я не хочу пока их трогать. Не знаю, есть ли здесь вообще в ящиках что-либо и бывает ли. Мы будем пока ломать. Тук-тук. Хозяин. Так, как ты тут? Ой, я вижу шорткат. От кого ты тут отбивался? Я кого-то слышу. Мне это не нравится. Кто здесь? Ох, нихера себе, там туша ходит. Брателло! Ты куда? Какой-то опасный. Чё-то я боюсь, я его не осилю. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Тише-тише-тише! Нихера себе! Дикий какой-то! Да блин, я еще и обжегся! Здесь несколько странно работает. Движение! Да япона мать, нихера себе, тварь! Очень по-другому работает боевка. Прям непривычно совершенно. Ладно. Для начала, я думаю, достаточно будет. Вот, в следующей серии продолжим. Я, кстати, так и не открыл этот срез, что очень печально на самом деле. В следующей серии продолжим извращаться в этом странном мире, который весь завязан на кровищу. А на сегодня пока все. С вами был Ведьмак, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть еще. Всем пока.